Закончился чемпионат России по плаванию. В главных национальных стартах приняли участие воспитанники оздоровительного центра «Дельфин». Евгений Рылов в последний день соревнований проплыл финальную дистанцию в 50 метров, где занял третье место. А молодой пловец Иван Гирев пришел к финишу четвертым на дистанции 200 метров вольным стилем. Напомним также, что Евгений Рылов занял первые места на дистанциях 100 и 200 метров на спине. Для российских спортсменов национальный чемпионат является отбором на чемпионат мира. 30 пловцов прошли квалификацию, и отрадно, что Ленинский район в Южной Корее будут представлять не только Евгений Рылов, но и Иван Гирев.